будет до 46 килограммов. Подрос молодой человек и уже борется в весовой категории до 60 килограммов. И сразу же идет в атаку Нидаров. Навязывает свою инициативу, видимо, такая тактика. Серев, тренер Кабакан Павлович, секундирует. Пытается еще Нидаров левой ногой прошить скотч, делает зацеп снаружи и смотрит, как стоит на ногах его соперника, вот здесь, в принципе, стоит неплохо. Никольчик тоже опытный дзюдоист, не первый в этих частных соревнованиях. Вот, пока что равная достаточно борьба. Ольга дзюдоист. Не хотят отдавать чемпионский титул. Хотят, конечно, взять его себе. Попытки сделать Тому Инаги. Смотрите. Ну что, конечно, здесь акцент элемента, потому что очень долго пытался так поднять Тому Инаги Николаевича. Как бы пораньше включать в Ленинги. Получил попытку выполнить. Достаточно равная борьба. Видно, что уже, конечно же, нет столько сил в этом финале, нет такой вот там суперактивности в этой весовой категории. Хотя вот сейчас имеются все тяжелые ребята, что 20 килограммов. Но в то же время, видимо, достаточно много сил поставили в предварительных поединках. Пристреливаются, все равно пристреливаются друг к другу, смотрят, как найти подступ к таким действиям. Очередная попытка сделать Тому Инаги, вот уже Николчик второй раз пытается это сделать. Понимаете, почему он делает это постоянно, в принципе, он близок к тому, чтобы сделать Тому Инаги. Немножко, наверное, надо просто разогнать Нидарова, и тогда получится эта техника. Вот этот вариант, скорее всего, меньше пройдет даже, чем Тому Инаги. Вот секундант, это мне так не говорит, что он сделал еще раз Тому Инаги. Но что касается Нидарова, завершилось основное время. Это единственное, что есть должность, посмотрим, насколько долго этот единственный будет. Неплохо сейчас двумя подсечками работает Нидаров. Он может таким образом усилить натиск, и это приведет к тому, что Николаевич получит предупреждение. Ну, что же, если получит функциональный сил,
давать чудо, предупреждение, потом кому первому, да. Они получили первому, ударом второму. Вот здесь вот опасно. Было опасно, но устоял. Устоял на ударах. Уже в третий раз атакует, но все ближе он к этому Томоинаги приближается к оценке. Я думаю, что если бы он так вот поактивнее это использовал технику, возможно, он бы давно уже выиграл в этом поединке. Потом, может быть, он послушает мои слова и попробует атаковать еще с Томоинаги. Левосторонний стойк становится, левой ногой делает снаружи и внутри зацепа, по левой ногой проверяет устойчивость своего партнера, под колено даже избитого, пытался спуститься снаружи ноги партнера и проверяет его реакцию. Ну, дальше вот проверка реакции пока не проходит. Не видно, что нашел какой-то путь проведения какого-то броска. Как хорошо поймал Николаевич Мударов. Видимо, он все это время, почти 8 минут, ждал вот такого движения правой рукой. Он решает, что будет дольше сидеть.